смотрите, мы заезжаем. А, всем привет! Мы едем на шоу «Монстр траков». Такое есть шоу, мы не знаем, что это такое, сами первый раз. И проезжаем городок Авига. Вот мы первый раз здесь, и оказывается, тут очень даже симпатично. Стоит город, городок возле речки. Эти пауки на стенах. И я думала, это такое деревушка, а это даже что-то похоже на город. Вот сейчас на светофоре на... туда, налево. Что-то похоже на город с тротуарами, со всеми делами. Очень симпатично. Main Street. Находится, он прям стоит на реке. Реку мы уже, правда, проехали, мост проехали. Вот, но ничего так, да? Можно прогуляться. Побольше Кортланда, я бы даже сказала. Вот это центральная часть. Интересно. Так, смотрите, монстр траки. Пришли в очередь. Сейчас зайдем. Надо еще места занять. Сейчас здесь без места, мы уже прям впритык. Он уже сейчас начнется. Видите, такие горки с темой траков. Так, нам нужно места занимать. Еще Юля придет. Их четверо. На них еще надо места занимать. Вот, и позже. Попкорн! Зорик, еду уже увидел. Так, смотрите, вот мы сидим тут все. Сектор, все занято. Но уж я так понимаю, действия будут где-то здесь происходить. По идее, мы должны все увидеть. Какие девочки пришли. Thank you.
В общем, закончилось шоу, идем. И я говорю, боже, тут эти люди на этом шоу были. Вырождаются нации. В общем, мы просидели здесь сколько? Больше 2 часов? Шоу продолжалось. Вот сами траки мы видели в действии. В общей сложности 15 минут. Все остальное было болтовня. Какие-то розыгрыши каких-то мячиков. Продавание ваты и попкорна. Перерыв был 25 минут. Мотоциклы и там что-нибудь. Мотоциклы и то. Мотоциклы должны были лететь. Не надулась эта штука. Короче говоря, заболтал нас, мы ничего не купили. Если бы погода была плохая, я бы ушла, наверное, через 10 минут, да? Прям не могу проехать мимо. Посмотрите, какая красота. Через стекло снимаю, но все равно. Через стекло как бы это затемненное немножко. Мы решили ехать не по хайвею обратно, а по такой сельской дороге. Какая красота. Стекло только вечно заляпанное у нас. Ярко, красиво. Смотрите, зашли в Walmart. Просто тортик меня поразил. Красивый, да? Хэллоуинский такой. Но на самом деле торты не вкусные. Вот эти вот все кремы. Они абсолютно невкусные. Вот. Тут тяжело найти вкусный торт. Самые вкусные торты здесь это чизкейки. Чизкейки, конечно, хороши. Так, Жора меряет курточки в Маршалсе. Мы были. Это нравится. Но это великоватое, да? Но рукав можно подвернуть, it's okay. На следующий год еще будет. Мы сильно его подворачивали. Ее можно сейчас дать, если еще мы думаем, что он уже размер. Я люблю вот такой. Ну, это можно подвернуть рукав на один раз, и все. Все остальное нормально. Вот это нравится. Да. А ту сдать, что ли, эту джинсовую? Ну, да, или оставить? Можно. Просто мне нравится, какая она как-то. Ну, кстати. Кто нравится, кто не нравится. Это очень. Это классно. Ну, это великовато, конечно. Это же. Эй! Что тут уже это? Потому что шнурочки из-за этого. Привет. Я не знаю, где Лиза, она на вином душе. Отстегни кнопочку и подверни. И потом уже застегнуть будет, да. Видишь, твой размер это еще XL, не L. Это child или adult? Это уже adult. Там еще были Michael Kors, как ты любишь, длинные такие. А это small adult? Как пальто. Какой? Это обычный adult. А это small, да. Красиво. А кнопку, если застегнуть. Ну, если ты на худи его еще оденешь, да? Да, да, да. А зачем на худи, если там худи есть? Ну, он же на футболку его одевает, все равно что-то будет потеплее. Я имею в виду, что 2 худи. Ну, они же худи носят везде, по три капюшона за раз. Не, ну, по три капюшона. Видишь, красиво, это я выбрала, папа джинсовую выбрал. Не, джинсовые нравятся. Если хочешь оставить джинсовые, можно ставить капюшон. Надо ставить то, что он будет носить. Просто не надо опять заваливать. Это ж кафе. Это джинсовые $50 тоже стоят. Это Levi's. Вот это Guess. А это Guess. Сколько вот это стоит? Тоже 50. Но только не затягивай. Я не люблю. Что? Ну, хоть так. Чего? Ну, худ... Зато он теплый. Смотри, если ветер будет дуть, ты его просто наоборот расширь, а не затягивай. Он должен быть широким. Это хороший джакет, нравится. Окей. Okay. Ну, померяй джинсовый, я просто покажу на камеру. Красивый, да? Ну, он должен быть немножко уже, конечно, но это окей. На следующий год вообще будет хорошо. Ты, главное, в этом году его, пожалуйста, не порви.
и жирными пятнами не обляпай. Она классная, еще внутри она стеганая. Она не такая уж и... У нее вот такой гес-символ тут. Да, а это вот это, что сейчас модно тоже. Ну, это прям твой размер. Вот это прям твой размер. Ну, вот и как тут. А подожди, сейчас Лиза посмотрит. Лиз, да. Смотри, такая курточка тебе нравится? Да. Ну, гляну другую. Сейчас, сейчас. Другая мне очень нравится. Так что, эту джинсовую сдаем, Ташу как раз, да? А Ташу большая оставляем. Так что, а то точно возвращаем? Да. Еще черные штаны тебе. Стой, еще черные штаны я тебе купила на концерт бенд. Но это надо, чтобы ты ушел и вернулся, померил штаны. Чтобы белые. Белый верх, черный низ. Да. Папа, Кинепаста ТВ! А Лизе я купила такую футболочку химическую. У нас же химик у нас. I think you're overreacting. Overreacting это типа... Как это по-русски? А где черный... А как по-русски overreacting? Типа ты слишком реагируешь сильно. Слишком сильно реагируешь. Так и есть, да. Драматизируешь. Да. Такое, в таком плане. Что-то я вообще не отдохнула за эти выходные, и вроде бы и спала, и на новом вроде бы матрасе, ну что-то не очень, я не знаю, может я как-то приболела, сижу, дышу, мне так нравится дышать над этим влажным воздухом, мне здесь не хватает сауны или бани, здесь вообще нет сауны, ну то есть, но просто нереально туда попасть, это считается спа-процедуры, и нужно... оплатить какую-нибудь спа-процедуру, типа какой-нибудь массаж лица или массаж, который стоит по $200 в час. И тогда тебя впустят, ну, разрешат пользоваться сауной. Это вот так, такие у них процедуры там. Поэтому я сижу и дышу, накапала туда можжевельника. Вот так. Вот, Лиза поехала обратно, день она этой неделе тоже едет в командировку, я опять на хозяйстве, я же говорю, устала страшно, на этих монстр-траки сходили, разочаровались, не особо нам понравилось, ну то есть сами траки прикольно, но если бы это были реально траки весь, ну, все представление, все 2 часа, я же говорю, там реально было только 15 минут, так они стояли сбоку, и были какие-то там полеты из трубы, мотоциклы какие-то там проехались, и мужчина, массовик-затейник, устраивал конкурсы с публикой. Ну, в общем, какой-то очень это все на лохотрон очень походило. Вот, если бы были только траки, было бы прикольно. И что еще? Ну, и публика там тоже соответствующая, как здесь называют, реднеки. Такие, ну, видно, у них вот эти развлечения, вот они любят такие сельские забавы, типа в грязи, вот эти вот такие большие машины, вот это все. Публика, конечно, была. Ну, я вам хочу сказать, что от бродвейских шоу эта публика сильно отличается. Вот можно расслоение общества увидеть по, даже вот по вот этим, ну... шоу, да, на разные шоу ходит разная публика. Мы так получается, что на все, нам просто интересно, но, конечно, больше мы на эти монстр-траки не пойдем, потому что мы теперь знаем, что они из себя представляют. Ну, вот так вот. И все, начинается рабочая неделя. Осень начинается уже. Эти выходные были классные, погода была шикарная, красиво очень было, но... Скоро уже начинается настоящая холодная осень. И все. Хочу еще покрасить брови сегодня, если хватит у меня мотивации. Последний раз красила перед Гавайями. Вот. И на этом будем заканчивать наши выходные. Купила себе подушку такую, знаете, называется Body Pillow. Она для позвоночника, хорошо для спины. Ее между коленями кладешь, когда спишь. И вроде как позвоночник держит она. Вот, ну посмотрим, если она поможет.
Так что, может, высплюсь хоть. Так что всем хорошей недели. До следующих встреч.